Я обращаюсь сейчас к двум конкретным людям. Участники группировки ОК, Иван Марков «Локомотив» и королева крика Кейси. Вы, ребята, подумали, что вы самые умные, что вы опять меня переиграли, добавили свои суперкрутые условия в тот матч, который я назначил вам в рамках еженедельного выпуска «Удар». Ну знаете что? Меня вам не переиграть никогда. Я не выпущу этот матч. Ни в рамках еженедельных выпусков, ни в рамках спонсорской подписки. Никто и никогда не увидит тот стыд и ужас, который вы творили на моем ринге. А вот 22 января вы будете драться еще раз. Вы будете драться еще раз друг против друга. Не нужно врать мне. Я знаю, насколько вы жестоки. Я знаю, насколько вы полны яростью. Это будет ваш самый жесткий матч друг против друга. И вот когда мы все, в том числе и я, увидим это, ваше наказание будет исполнено. До встречи на Кубке Президента.